Всем привет! Давно, скажем так, не летала я в Египет, аж в ноябре. Наснимала кучу обзоров, но это все, конечно, уже не актуально, поэтому на первом рейсе в Турцию я уже слетала, наснимала. И сейчас мы летим с Дашулькой и на отдых, и заодно поснимать, конечно, новые отели в Шарм-эль-Шейхе. Что, как, где поменялось, потому что в этом году, как показала практика, нельзя абсолютно ориентироваться на предыдущие отзывы, потому что некоторые отели решили что-то сэкономить, некоторые отели стали на порядок лучше. Ну и, конечно, выбирать нужно, как обычно, отели по сочетанию цены и качества. Ну и мы сейчас же бежим просто на гейт, все галопом. И уже буду передавать вам приветы, новости из Шарм. Трансферы, все как всегда, только в масках. Ребят, в итоге, если раньше все проходили вон на тот эскалатор и уже заполняли все карты наверху, то вот эта вот вся очередь, это проверяют карту болезни. Ой, ну что, наконец-то мы прошли все паспортные контроли. 600 человек одновременно, как подсказывает представитель принимающей компании Joyce Tours. Кстати, это всегда индивидуальный подход. Мы всегда уже приезжаем, когда заполнены карточки. Насколько я знаю, это молодая, но очень перспективная компания. Но сейчас нет. Хочу сказать, что 600 человек, и вроде как в очередях немного, но система легла, и прям, я не знаю, мне кажется, мы больше часа проходили. Ну, в общем, все не об этом. Ура, мы в Шарм-эль-Шейхе и пошли смотреть отели, как они работают. Если в двух словах сказать об аэропорте, о работе, я вам уже показывала, когда вышли, сразу при входе в аэропорт собирают карты здоровья, которые, честно, никто не проверяет. Я так понимаю, все прилетающие, конечно же, ставят ноу. Вот, идет большой поток людей, даже если это просто один рейс. Вот. И дальше все точно так же, подходите к своей принимающей стороне, заполняете миграционные карты, проходите паспортный таможенный контроль. Ничего не поменялось, честно скажу, кроме того, что все в масках, толпы такие же, очереди такие же. Вот. Ну, а теперь к отелям. Что, 12 дней покатались, посмотрели, как работают отели, и хочу подытожить. Во-первых, про тесты. Вот сразу могу сказать, что уже слышала не один раз, что, скорее всего, тесты введены именно для европейского рынка. А то есть это условие Европы ввести тесты для того, чтобы ехал сюда европейский рынок. Потому что, как бы там ни было, часть отелей все-таки работает на на итальянцев, на немцев, на британцев. То есть здесь вот в таком вот плане. Дальше, что касается самих отелей, максимально возможно размещаться в гостиницах на 50%. Мало отелей так заполнены, практически половина отелей заполнена где-то на 20-30-40%. Конечно, отдыхающие — это только те, кому можно отдыхать, а то есть Украина, Белоруссия, египетский рынок, и со вчера полетели казахи. То есть казахстанский рынок тоже будет пополнять уже отели. Как бы там ни было, я нашла здесь очень много плюсов в том плане, что заполняемость отелей 50% – это хватает абсолютно всем шезлонгов, это качественное обслуживание, это вот если многие говорят, что часть чего-то не работает, это значит плохо, мы за что-то заплатили, что-то нам не додали, абсолютно не так. Мне кажется, сервис просто умноженный на 2. Если в отелях не работает, допустим, 2 а-ля карта, то однозначно остальные а-ля карты работают. Все действительно очень стараются, все очень ждут гостей, поэтому
Если подытожить, сейчас ехать однозначно да, на это несколько причин. Это хорошие цены, это не загружены на 100% отели, это пространство, вкусная еда, анимация, имейте в виду, буквально считанные гостиницы работают прям активно-активно, все остальное анимация софт, но тем не менее есть чем заняться в течение дня, вы обязательно и займетесь акваэробикой, и послушаете живую музыку вечером. В общем, что хочу сказать, в Шарм однозначно лететь, не знаю, что там в Хургаде, думаю, там то же самое, здесь однозначно делают огромный акцент на безопасность. Во многих отелях через шезлонг наклейки, что нельзя, через стол, что нельзя рядом садиться, точно так же в холлах и везде, поэтому добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх, здесь безопасно, море, солнце и, как обычно, замечательный отдых. С удовольствием будем подбирать вам отели, которые подходят именно вам, и до следующих эфиров.